Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Янус. Янус – римское божество, не имеющее греческого эквивалента. Имя Янус означает «ворота», «двери». Отсюда эпитет «отпирающий». Позже Янус стал богом любого начала. По имени Януса был назван первый месяц года юлианского календаря – январь. Янус изображался двуликим. По-видимому, это символизировало осмотрительность, необходимую для начала любого дела. Изображения двуликого Януса чеканились на римских монетах. Во время правления полулегендарного царя Нумы Помпилия в Риме был построен храм Януса. Его должны были открывать на время войны и закрывать по заключению мира. За все время его существования, учитывая особенности истории Древнего Рима, храм закрывался менее 10 раз. Храм Януса находился на римском форуме и имел 2 входа. Во время войны ворота храма оставляли открытыми, а при заключении мира закрывали. Из Википедии. Янус – двуликий бог древнеримской мифологии, изначально был богом Демиургом, затем уступил место верховному божеству Юпитеру, посчитался как божество всех начинаний, дверей, входов и выходов, в связи с чем получил атрибуты сторожа, ключи и посох, дабы отгонять непрошенных гостей. В имперскую эпоху Януса представляли как легендарного первого царя области Лаций, основавшего город на холме Яникул. Первый месяц года юлианского календаря, январь, назван в честь этого бога. 1 января люди должны были желать друг другу успеха и удачи, так как первые пожелания, согласно древним верованиям, имели наибольшие шансы воплотиться в жизнь. Именно в его храм, храм бога всех начинаний, люди несли сладости и деньги, дабы начинающий год был успешным и богатым. Вот так вкратце о Янусе, двуликий бог древнеримской мифологии. Пока-пока, до свидания.